Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Эвалар». Повышенные нагрузки на глаза? Принимайте чернику «Форте» «Эвалар». Черника «Форте» от компании «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Черника «Форте» способствует сохранению зрения для всей семьи – взрослым, школьникам и даже детям с 3 лет. Это прогноз погоды на 14 октября. С вами Артемий Панченко. Здравствуйте. Конец недели в крае остается зимним. Пятница начинается со снега. К полудню температура лишь немного перевалит кое-где через ноль. И снова облака и осадки. А теперь подробнее о погоде в городах и районах края 14 октября. В Рубцовске, Алейске и Белокурихе небольшой снег и минус 1 градус. В Бийске минус 2. А вот другим районам повезло больше. В Тальменке и Камне-на-Оби плюс 1, в Славгороде плюс 2, в Кулунде еще на градус выше, но дождливо. В Змеиногорске и Заринске столбик термометра становится на нуле. В Барнауле с утра малооблачно, небольшой снег и минус 2 градуса. Днем потеплеет, если можно так выразиться, до нуля. Снег продолжится. Атмосферное давление 752 мм и будет расти. В последующие дни потепление, к сожалению, не ожидается, но и значительного похолодания тоже. Теплых котиков вам. До свидания.